В зале совещания управления МВД России по Одинцовскому городскому округу начальник управления, полковник полиции Алексей Школкин поздравил коллег с профессиональным праздником, вручил им почетные грамоты и награды. Алексей Васильевич поблагодарил сотрудников управления за труд и успешное решение ответственных задач, пожелал здоровья, благополучия и успехов в службе. 10 ноября – праздник всех, кто стоит на страже закона и справедливости, обеспечивает общественный порядок и безопасность граждан, сказал руководитель.